Если помните, это 1200 метров. У нас наша дорога начинается где как раз Елена стоит. Конечно, низ этого камня, который на балу, это просто вот этот камень, который на балу, это остатки дороги, которая раньше была в каньоне. Откуда мы знаем, что наша дорога начинается отсюда? Если с вами посмотрим вверх, вам видно камень. Это значит, раньше была арка, которую соединяла Бербагар со второй. Тут эта арка, она упала из-за землетрясения. Помните, вам всегда про двух каналов, которые на Патриции сделали, чтобы внести воду город Петри из разных источников. Вот у нас первый канал, как вам видно, это вручную. Второй канал был справа. Конечно, ставьте второго канала, дальше вам покажу. Ниша, вот, слева, справа. Это ниша для покупателя. Если помните, вам сказали, этот народ раньше был переязычным. До богов, до шара. Дальше вам покажу.